Герои следующей страницы новогодней акции в чудеса, конечно, верят, но и сами прилагают все усилия для того, чтобы сказку сделать былью. Городской праздник в Бресте собрал самые яркие звездочки на небосклоне подрастающих талантов областного центра. Здесь те, кто покорил вершины всевозможных конкурсов и олимпиад, добился выдающихся результатов в учебе, творчестве и спорте. А некоторые уже успели стать и медийными персонами. Но кто не знает в Бресте юную певицу и обладательницу гран-при конкурса «Молодые таленты Беларуси» Лизу Цуприк или председателя республиканского детского и подросткового парламента Фрола Рыжова. Для меня именно эта награда самая важная. Я стремилась к ней 6 лет. Я много обучалась, много работала, и очень приятно наконец-то ее получить. Я очень рада, особенно в преддверии Рождества, в преддверии Нового года. У меня прекрасное настроение. Поздравить, поблагодарить и вдохновить на новые вершины к юным талантам пришли представители депутатского корпуса и городского руководства во главе с председателем Брестского горосполкома Сергеем Лободинским. Это самые талантливые, наверное, жители города Бреста. Это наши дети. Это то, что сегодня имеем достижения в спорте, в науке, в культуре, в общественной жизни. И сегодня все эти ребята, вы видели чины и регалии, которые они уже имеют за своей спиной. Наша роль местных органов власти, наверное, в первую очередь поддерживать и всячески сопутствовать тому, чтобы наши дети становились каждым днем лучше, сильнее, умнее и показывали свои таланты не только на городской арене, да, но и на арене республики и за ее пределами. За свои старания и высокие результаты каждый из участников новогодней акции получил ценный приз и сладкое угощение. У нас в городе все происходит на 100% замечательно, как говорится, первый регион. Нам очень приятно то, что власти города обращают внимание на активную молодежь, ведь молодежь – это наше будущее. И, как говорил наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, инвестиции в молодежь – это инвестиции в будущее.